Я на цене. Сегодня я вам расскажу, как сделать мясорубка из Poppy Playtime 2 в игрешку. Так, что первое начинаем? Как обычно делаем, заходим сюда. Спавним сначала нам штуки, которые нужны, а вы подождите, ребята, пока. Все, ребята, мы собрали эту всю штуку. Начинаем делать. Первое, что ставим, это пауза. Так, сейчас поставим паузу, все, поставили паузу. Берем эту штуку наверх, а это сюда. Вот сюда, и все. Берем мясорубочку, так, которая нам нужна. Берем. Так, берем сюда, ее несем. Вот так ее распределяем. Так и мясорубка может получиться. Мои мнения. Может даже, ребята, не сработает. Потому что я когда-то один раз проверил, нет цепь. У меня игра даже вылетела. Я только час это сделал, когда я ролик не снимал. У меня сразу вылетела игра. Мне просто залагала игра, она идти не хотела пролагать. И мне пришлось выключить и все заводо делать. Я вам мог на фотке показать? Ну, вот так. Не получилось. Получилось лагание. Даже так распилило человека, все улетело от меня километров 100, наверное. Вот, смотрите. Мы когда сделали эту мясорубку, нам надо отодвинуть рычаг. Потому что может все стать плохо. Блин. Все завода, ребята. А вы подождите. Попытка 300 миллиардов. Ребята, я уже здесь кучу попыток делаю. У меня все разваливается. Вообще тяжело делать эту мясорубку. Я не знал. Анастасия, мясорубка, мне кажется, это комарик. Она же комарик. Вот, сделали. Сейчас начинаем это все ставить. По 2 часа. Вот так мы ключики ставим. И все нормально просто. Так, мы здесь, пацаны, тусуемся здесь. Так, сюда я присоединю. Сюда. Сюда. Все, ребят, у нас такая мясорубочка получилась. Вот она, повезло мне. Сейчас рычаг берем. Ой, он переломался, ладно. Новый. Есть новый? Вот, да, повезло. Вот сейчас... Мамочке точно хана. Вот, берем эту штуку. То видит. Вот, сейчас подниму. Вот она так выглядит. Зачем? Я перепутал затем. Затей. Затем берем. Просто мясорубка. Она просто активировается. Тихо. Ребята, она просто бешеная. Не тяжело с ней управлять. А вы подождите, когда я это все запомню. Все, ребята, я сделал до мамочки такую ловушку. Активировать. И все работает. Сейчас на человека. Это может мамочка быть, неважно. Не плевать. Человек, извини. Ребята, я вот опять все... Мы можем так делать, смотрите, кому-то это, короче, кукурузка, это мама длинноноги. А вот это игрок, смотри. Вот, смотрите, ребята. Она его хочет догнать, а она не успевает, и она, смотрите, рука ее так, вы знаете, затягивается, и вот так все ее убило. И все, так получается. А может эту игрока унесет? Оу! Да, игрока точно унесет. Голова. А,
Мясорубка, что ли, сломалась? Нет, это продолжается. Ладно, уже сам все сделал. Итак, а мне надо сейчас эту мясорубку просто сохранить. Пожалуйста, сохраняйся. Не так хочешь. Ладно, с вами был я. Ладно. Сейчас подождите. Все, короче, вот так получается. Видео классное. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось видео. Нам получилось сделать почти так у мамочки длинноногие мясорубку. И так ее зарезали. Нам это очень хорошо получилось. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Диана Тоннель. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!